Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – життя і діяльність болгарського товариства імені Івана Вазова. І я з задоволенням представляю вам наших сьогоднішніх гостей. Заступник голови Тернівського болгарського товариства імені Івана Вазова, директор болгарської недільної школи при товаристві Ольга Колат. Керівник фольклорного колективу «Лястовічки» Олена Малінчик. І вихованці Воскресної болгарської школи Анастасія Сич, Максим Колат і Ксенія Бурдейна. Друзья мои, здравствуйте. Спасибо, что вы снова приехали к нам в студию, потому что болгарские мотивы яркие и колоритные, они как нельзя кстати к сегодняшнему такому, может быть, немного серому, но все равно хорошему дню. Они вносят краски и вносят яркость. Олечка, вы являетесь директором болгарской воскресной школы при обществе, и ваше общество болгарской культуры названо именем Ивана Вазова. Будьте добры, поведайте нам, кто этот Иван Вазов, чьим именем названо ваше общество. В Болгарии это очень известный человек, потому что это писатель, который писал о жизни Болгарии во время освобождения от турецкого ига. Он для болгар является не только писателем, но и человеком, который боролся за свою свободу, боролся за людей, он писал о простом народе. И поэтому не случайно 20 лет назад, когда даже больше 25 лет назад, когда организовывалось наше общество, наши первые руководители общества так и назвали имени этого великого человека не только для Болгарии, но, конечно же, и для этнических болгар, которые взяли частичку истории из Болгарии и перенесли ее на наши земли. Как раз одним из основателей нашего общества имени Ивана Вазова был академик, историк, этнограф Станко Владимир Никифорович. Как раз мы праздновали 80-летие буквально на днях его, чтили его память. Так вы, был вечер памяти, вечер, да? Вечер памяти, да. Угу. К сожалению, уже нет его с нами более 8 лет. Но ученики, которых... Это очень приятно, они помнят о нем, они каждый год собираются, делают конференции, очень большие, серьезные конференции происходят в Одессе. И потом, естественно, они приезжают на место, где человек родился, где похоронен. Было очень торжественно, очень трогательно, что очень много людей его помнят, знают и чтут. У нас многочисленная болгарская община в Николаеве, да? Да, достаточно, достаточно многочисленная, да. Более 6 тысяч, но это по таким данным статистики, потому что очень тяжело сказать, сколько конкретно людей, потому что у нас корни есть, допустим, мама болгарка, папа уже украинец, у нас смешанные семьи, и поэтому сказать, вот кто конкретно болгарин, а кто украинец, уже достаточно тяжело. Ну, если мы будем сейчас соразмерять чистоту крови, да, то я думаю, что это дело неблагодарное и, в принципе, и ненужное, потому что... Особенно в нашем крае. Да, особенно в нашем крае. Есть частичка болгарской крови, друзья мои, значит, вы болгарин. Даже если ее нет, но душа тянется к Болгарии, все равно вы болгарин. Конечно, правда? Конечно, да. Мы всегда рады всем, не обязательно нужно какие-то там подтверждения родства или что-то. Если человеку нравится, если человек тянется, то всегда, пожалуйста, в ряды нашего общества. Деток мы всегда рады видеть в школе, поэтому только так. Нельзя сказать им, что вот чистокровный болгарин, все вот нужно. Нет, конечно, мы рады всем всегда, да? И, Елена, вы являетесь руководителем фольклорного ансамбля «Лястовички», так? Да. И будьте добры, этот ансамбль действует при школе, которой вы руководите, да, Ольга? Да, да. И вот это ваши ученики? Да, это наши общие ученики. Они обучаются в школе, изучают историю, географию, язык болгарский, а также культуру, народные традиции и обычаи. На своих занятиях мы учим стихотворение, выступаем часто в городе, в Терновке, ставим инсценизации легенд, народных обычаев к Новому году. Вот скоро будет 1 марта, Мартиница. Мы также готовимся и в школе 16-й, еще я когда училась, я выпускница 16-й школы, также Надежда Петровна Кириченко мне прививала любовь к
традициям болгарского народа. И уже дальше с детками мы также продолжаем эти традиции более глубже изучать. И у них уже есть возможность, когда-то тоже была возможность выезжать в Болгарию на обучение, и сейчас, благодаря воскресной школе, дети также имеют возможность поехать в Болгарию и увидеть, какие там праздники, как там после каждого праздника совершенно нормально танцевать хоро или во время даже песен, что лично меня очень восхищает, что просто так народ на улицах объединяется в круги и танцует, каждый как может, совершенно свободно, с радостью и удовольствием. Вот. Господа, я хочу обратить ваше внимание на то, что наши маленькие гости, кроме Максима, две девочки, Анастасия и Ксения, они в национальных болгарских костюмах. Посмотрите, как это красиво, как это ярко. Девочки, вы с удовольствием хорошо себя чувствуете в этих костюмах? Ксения, вполне. Хорошо себя чувствуете? Анастасия? Вполне. Вы были в Болгарии, Анастасия, и вы своими глазами видели то, о чем сейчас рассказывала Елена. Вы познакомились с Болгарией, с болгарским народом и вполне насладились болгарским гостеприимством. Расскажите ваши впечатления. Да, там очень красиво, народ добрый и отнесся к пониманию, что мы из Украины и... Они главное, очень с пониманием отнесли, что вы с Украины. Это главное. Хороший народ болгары относится с пониманием. Понимаете, друзья? Это самое главное. Да, Анастасия, простите, продолжайте. Там очень красиво и первобытное, старинные города, это как частичка истории. Мы посещали каждый день какой-то новый город. И это а название запоминали? Пловдив, Софию. София – это столица, Пирника, насколько я помню, да, Болгарии? Да, Трявна. Пирпер. Еще были на Шипке, это... Гора возле Габрова, да. Да. Очень легендарная для всех болгар, потому что там совершилось то действие, как после которого уже была освобождена Болгария от турецкого ига. Поэтому для всех болгар это очень важное место. И вот наши дети имели возможность подниматься, там более 1000 ступенечек, на которые нужно подняться. Вот они прикоснулись к истории. Ну там, где бы ни находились, дети всегда прикасались к истории. Почему Настя говорит с пониманием? Потому что наши же дети все-таки этнические болгары. И вот это было очень приятно болгарам, в самой Болгарии, когда они узнавали, что дети вот тянутся изучать язык, историю, культуру, вот поэтому они так и относились к ним действительно. Они показывали, рассказывали, вот только-только слышат сразу какие-то куча легенд, рассказов. Ну, то есть это действительно с пониманием, но именно с этой стороны. И с любовью. И с любовью это однозначно. Анастасия, легко вы одолели эти ступеньки, которые ведут на гору? Я очень хотела увидеть эту красоту с высоты, так, неописуемую. Мне не было тяжело подниматься на эти ступеньки. В вашем возрасте, я думаю, что это неудивительно, что не тяжело подниматься на ступеньки. Да. И когда вы поднялись, вы и обозрели всю окрестность с высоты практически птичьего полета, дух захватило? Это было невероятно красиво. Пейзажи, горы, леса. Невозможно рассказать, только увидеть. Только увидеть. Господа, видите, только увидеть. Поэтому у нас нет другого выхода, как ехать в Болгарию и подниматься на эту древнюю и прекрасную гору. И у нас есть небольшие сюрпризы, потому что наши маленькие гости сейчас готовы рассказать на болгарском языке вам кое-что. С кого начнем? С Максима? Максим, будьте добры. Асум билгарче, і сильна майка мене еродила, з хубості блага обілна мойта родина еміла. АБВ, шепті буквар, ти си с мене розговар, і ми воді посвята вичимо гадачита. Цял день мірнічко начина, ми пішем і читем, і година слід година учим і растем, та доняк вам ум і сіла вкупом де зберем, на родина та сіміла всічко дададем. Дай на мама, дай на тата, здраві, сіла і живот, мир, любов на всічки братя і добро на наш народ. Слушайте, я практически знаю болгарский язык. Даже без перевода, я думаю, телезрители, вы поняли, что речь идет о мире, любви
и о красоте болгарской стороны. Конечно. Это был микс из стихотворений про то, что мы ученики, про буквочки. Вчера мы традиционно в школе отмечали День родного языка в 16-й школе. У нас, друзья мои, обратите внимание, у нас здесь чудесные кубы, которые принесли наши гости. Это принесли вы с праздника, да, Елена? Да. Рассказывайте. Мы каждый год отмечаем День славянской письменности и культуры и День родного языка. И каждый год стараемся удивлять какими-то новыми номерами. В этом году мы подготовили литературно-музыкальную композицию «Веселая азбука». Ну и, соответственно, с этими кубиками детки рассказывали о каждой букве небольшое стихотворение, показывали к ней относящуюся картинку. Вот, например, «А». «А» – помнишь стих? Азбука это свята, дарут соломски те братья. Вот если бы можно было бы поднять кубик. Ну попробуем, давайте покажем. Вот. Покажем. Вот посмотрите, телезрители, это А. Вы это видите? А к ней, соответственно, соломские братья. Кирилл и Мефодий, я не знаю, насколько видно. Видно, все хорошо. Вот. Телезрители увидели. Видите, тут все... Все. А потом из этих кубиков составлялась такая картинка кота, и детки пели песню про кота. Тоже все на болгарском языке. Ну, я надеюсь, что было интересно. Было очень и красиво. И завтра у нас тоже есть возможность. Нас пригласили общество или как Совет национальных меньшинств. Да, областной, да. Также на свой традиционный праздник, посвященный родному языку. И там выступят с этой композицией. Будут выступать. И эти же кубы нужно было еще все их разрисовать. Вы рисовали всем миром, да? У нас в Терновке есть художница, она же библиотекарь, которая работает в детском отделе, Ирина Васильевна, которая сотрудничает с нами и всегда помогает да, оформить наши номера с художественной стороны. Очень творчески относится, ну, смотрите, как у вас болгар все схвачено. Это правда. У нас, кроме Ирины Васильевны, также есть другие художники, которые проживают в Терновке, и не обязательно это болгары, которые тоже идут на сотрудничество, и с которыми всегда приятно что-то созидать, создавать новое, интересное. А вот вы знаете, Ольга, сейчас мы слушали Анастасию, может, мы еще послушаем несколько ее впечатлений от посещения Болгарии. Но вот когда дети едут в Болгарию, это очень здорово, когда они видят эти красоты, когда они знакомятся с этой древней страной. А когда потом они возвращаются домой... Анастасия, вот скажите по-честному, вам хотелось домой вернуться? Или хотелось там остаться жить? Ну, половина меня хотела домой, соскучилась за всеми, а другая половина не хотела, честно. Там очень красиво, особенно то место, где мы... город Габрово, он своей природой был красивый и... Не хотелось езжать. А вот вы знаете, вот вы недаром вернулись, чтобы вот эту красоту, которой вы там насладились, чтобы ее внедрять и здесь в жизнь. Ну что ж, это только Болгария, чтобы все красиво было. Надо, чтобы в каждом крае было по кусочку Болгарии. На самом деле, как вы смотрите, Елена? Школа. Часто, ну я еще в школе 16 работаю педагогом-организатором. И стараемся также организовывать детей на поездки по Украине. И также к нам присоединяются родители, учителя, их мужья, семьи. И всегда также нравится и по Украине путешествовать, и по Николаевской области. Мы в прошлом году ездили в Трикратский лес и Актовские каньоны, и тоже всех впечатлила так называемая украинская Швейцария. Одесса всем понравилась. Мы туда ездили и в прошлом году с детками болгарской школы во всеукраинский центр болгарского языка на праздник будителей 1 ноября, одним из которых является Иван Вазов. То есть человек, который... Просветитель. Да.
просветители-будители. Вот. Также и в Херсоне нам очень нравится, и приятно, что также родители говорят, мы даже не задумывались и не представляли, что на Украине тоже так много хороших, красивых мест. Вы открываете, изучая болгарский язык, болгарскую культуру, посещая древнюю страну Болгарию, но одновременно с этим вы открываете жителям Николаевской области Николаевскую область, а также красоты страны, в которой они живут. Просто детям нужно показывать, что у нас есть и наша страна тоже очень красивая, да, и Болгария красивая. Ведь если к нам приезжают гости, мы должны что-то показать им. У нас красиво, правильно? У нас есть тоже природа, у нас есть история богатая. Поэтому мы должны делиться между собой. Болгария с нами, мы с Болгарией. Поэтому нам нужно ездить и по своей стране, и показывать людям свою страну. Ну, не потому, что как бы они сами... Да, да, все интересуются, это ж не потому, что как-то там... То есть дети и родители за свой счет. Ну, я просто организовываю поездку, и она им нравится, и на следующую поездку мы так стараемся сделать, чтобы захотелось еще поехать. И как бы не потому, что это болгарская школа организовывает. Это в 16-й школе ученики, учителя подхватывают инициативу родителей. И таким образом просто, что в Терновке как бы люди... активные, да, любознательные, активные, интересующиеся. Да. А говорят, что в Николаеве живут равнодушные люди. Неправда, телезрители. Никому не верьте, плюньте тому в глаз, кто так вам говорит. Потому что у нас действительно люди любознательные и очень активные. И главное, добрые. Это да, конечно. И добрые, и не обязательно от национальности это не зависит. Конечно же, добрые у нас, как в любой стране, есть разные. Разные. В основном все равно мы хороших людей больше. Конечно, мы сталкиваемся в основном с добрыми, потому что мы работаем с детьми, а дети, естественно, несут свет, радость. И нельзя говорить о каких-то плохих вещах вообще. Ни в школе, ни в болгарской, ни в какой-нибудь. Просто с детьми нужно работать позитивно. И у нас это получается. В нашей, да, школе это получается. Это получается. Ксения, Максим, а вы ездили в поездки, да, в какие-нибудь? Максим, расскажите, пожалуйста, в какую поездку вы ездили? Болгарию. В Болгарию. На страусиновую ферму ездили? Нет, он где-то тогда в Болгарию. Да, в Болгарию. И как ваши впечатления? Мне там понравилось. Понравилось. Ксения, вы? Я не ездила. В Болгарию еще не ездили. Ну ничего, у вас все впереди. Я поеду. Да, Ксения, никто ж не сомневается, что вы поедете. Я думаю, что уже ваша поездка не за горами. Анастасия, вы, конечно, снова планируете поездку в Болгарию, правда? Да. Планирую. Обязательно, конечно. У нас самые активные детки, которым очень нравится учить, конечно же, обязательно будут, и собираемся и в этом году, и как каждый год, мы обязательно будем ехать в Болгарию. Но для того, чтобы поехать в Болгарию, нужно все-таки владеть определенными навыками болгарского языка. Ну, то, что навыками, это одно, да, но если есть желание, стремление его изучать, то, конечно, прекрасно его изучать и там, на месте, там помогут. Это вообще у нас практики языковые, которые существуют при Черноморском университете, и мы постепенно вот в воскресную школу их приобщаем, детей в воскресную школу. Наши дети имеют возможность обучаться дальше в Болгарии, поэтому как бы мы и пытаемся вот таким образом показать, что есть возможность детей болгарского происхождения обучаться в Болгарии. Да, Ольга, мы с вами в одной из наших программ говорили о том, что дети имеют возможность, да, обучаться в Болгарии, в Софии, да? И в Софии, в том числе в любом городе. Там у нас большая программа, то есть Министерство образования Болгарии нам дает возможность нашим детям учиться по тем специальностям, которые они хотят. Это большое спасибо вообще Болгарии и их Министерству образования, что есть такая возможность. Потому что не все дети могут здесь, допустим, даже там дешевле получается для детей образование. То, что дешевле, а еще и европейское. Это все-таки такой большой очень плюс. Угу. А для того, чтобы дети могли, у которых есть болгарские корни, поехать в Болгарию, для этого, ну, кроме того, что они болгары, они должны еще и владеть языком, да? Да, они должны знать язык, должны знать историю, должны знать географию. Ну, хотя бы в том объеме, который дается вот у нас в школе, например. У нас же есть преподаватели истории, преподаватель географии. И постепенно они набирают тот объем знаний, которым будет достаточно для поступления в вузы Болгарии. Угу. Анастасия, вы знаете географию немножечко, да? Ну да, историю. Мы изучаем ее в школе и довольно-таки так хорошо. Глубоко. Да. А чем интересна география Болгарии? Ну, расположение городов, ну, речки, как судоходные, простые,
и ну, больше расположение городов. И горы какие там красивые, да? А Болгария горная страна или равнинная? Чего там больше? Гор. Все-таки, да? Сочетание гор и моря – это прекрасно. Да, очень. Да, ну это здорово. У нас тоже есть и горы, и ну, у нас гораздо больше территория, поэтому у нас можно увидеть и равнины, и горы, и леса, а Болгария, она гораздо меньше, и тем не менее на этом маленьком кусочке, как любят болгары говорить, на этом кусочке рая, который им достался от Бога, да, там есть и реки, и горы, ну, природа прекрасная просто, считается легкими Европы, и не зря, потому что там очень много лесов, там природа, нужно видеть своим самим, чтобы понять, насколько это красиво, это просто завораживает. Ну, недаром, наверное, Болгария столько лет была под турками стонала, потому что хорошие места, хорошее расположение. Плодородные, да, красивые места, естественно, что, ну, как и везде, как и всегда, как и наша земля здесь, она лакомый кусочек был всегда и с начала веков, это и Болгария тем более. Это все-таки Балканы, балканские страны, там все они. Лакомый кусочек. Ольга, от Болгарии к Николаевской области. Болгария там за горами, а мы здесь пока еще. И поэтому, вот вы говорили, 1 марта будете праздновать праздник, да? Да, обязательно будем праздновать праздник. Потому что у нас есть время, чтобы мы все-таки успели все рассказать, все ваши планы. Ну, у нас в планах, естественно, ближайший – это праздник 1 марта. Называется это Баба Марта праздник, потому что в Болгарии считается, что все месяцы мальчики, только март – это женщина, потому что самая капризная. Ведь март у нас действительно самый капризный. Может быть снег, может быть солнце. И поэтому болгары всю жизнь считают, что это именно женский праздник Баба Март. Обязательно, да. Чуть что сразу женщина, да? Капризная, да, женщина. Обязательно на этот день у нас повязываются мартеницы, сделанные из белых красных ниток, и у нас обязательно дети это делают и друг другу вешают эти украшения. Это может быть или бубончики, или на ручку, которые традиционно в Болгарии их и взрослые, и дети носят в этот день, повязывают друг другу в знак здоровья, мира, процветания, и носят его до первой ласточки или до первого аиста, а потом уже снимают эти все украшения. До первой ласточки это когда? А когда они увидят первую ласточку в небе, то есть когда они прилетают первые перелетные. Так птицы, это столько времени будете носить вот эти украшения, да? Или на плодовое дерево. Или вешают. Когда зацветет первое плодовое дерево, если уже в каких-то районах не видно ласточки, то зацветет первое плодовое дерево, и тогда они или под камушек, или вешают. Поэтому, когда ездишь по Болгарии, очень много мест, вот таких деревьев, обвешанных вот этими вот бело-красными ниточками, мартиничками. И именно национальные цвета Болгарии – красный и белый. Ну, флаг еще есть зеленый. И зеленый, понятно, то, что я вижу у девочек на поясах, тоже зеленый цвет. Зеленый, красный, белый – традиционные болгарские цвета. Да, чистоты, белый цвет чистоты, зеленый, естественно, природы. Ну и красный традиционно – это свобода, борьба за свободу, кровь, пролитая за свободу. Ну, как бы такие вот самые основные цвета – это болгарские, да. Итак, Ольга, встреча Бабы Марты. Обязательно. Ну, даст Бог, доживем, встретим Бабу Марту. Может, будет она не столь сердита в этом году. Надеемся, да. Мы может, вы ее задобрите. Мы ее задобрим, да. Следующие планы у нас обязательно. У нас большая конференция при Черноморском университете имени Петра Могилы. В этом году 150-летие от дня основания Южнославянского пансиона, который у нас в Николаеве был Тодором Минковым, болгарином. И из этого пансиона вышло очень много известных болгарских деятелей, которые, когда вернулись в Болгарию, стали известными министрами, просветителями. То есть очень много людей, выходцев из нашего южнославянского пансиона. Это очень значимая дата не только для нас, для Николаева, но, естественно, и для Болгарии. Поэтому мы ждем серьезных гостей. И из министерства, и из Академии наук. Ну, то есть у нас будет это очень серьезное такое мероприятие, к которому мы готовимся. Вы разослали приглашение уже, да? Естественно, да. И будем дальше приглашать заинтересованных людей. Это не только люди науки, но и все не байдужие люди, которым интересна эта тема. Естественно, будут принимать участие и наши дети, потому что это то, что должно быть при любом пансионе, да, то, что дает рост, то, что мы видим, что у нас не останавливается развитие ни болгарское, ни учеба вообще.
Ни на секунду. Нет. Да, друзья мои, спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам в студию, украсили нашу студию буквально всем, да, телезрители? Очень красиво, ярко и радостно. И сегодня у нас, друзі, в гостях в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв» були представники товариства, болгарського товариства імені Івана Вазова. Спасибо вам. Спасибо друзі, большое. Спасибі вам, що були з нами, і на все добре.